товарищ генерал-полковник, войска московского гарнизона для парада построены, докладывает заместитель начальника Академии Фрунзе генерал Фен Паштанников. Вольно! Парад! Ира! Для встречи слева! Награ! Товарищ маршал Советского Союза, войска московского гарнизона, для парада во знаменовании 59-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции построены командующий парадом генерал-полковник Говоров.
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 59-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 59-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 59-й годовщиной
Великой Октябрьской социалистической революции. Трудящиеся Советского Союза, наши уважаемые зарубежные гости, от имени и по поручению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства приветствую и поздравляю вас с всенародным праздником 59-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Великий Октябрь положил начало первому на земле государству рабочих и крестьян. Он открыл новую эпоху в истории человечества, эпоху перехода от капитализма к социализму. Под ленинским знаменем Великого Октября, под знаменем социализма, ныне живут сотни миллионов людей. Сотни миллионов людей труда ведут самоотверженную борьбу за новую жизнь. В 60-й год социалистической революции наша Родина вступает в обстановке всенародной борьбы за претворение в жизнь исторических решений 25-го съезда КПСС. Вдохновляющие идеи съезда стали материальной силой и могучим ускорителем развития советского общества. С превышением плановых заданий первого года, 10-й пятилетки, трудится героический рабочий класс.
Наши славные сельские труженики вырастили богатый урожай и с честью выполняют высокие обязательства перед государством. С творческим подъемом работает советская народная интеллигенция. Успешно осуществляются мероприятия партии и правительства, направленные на дальнейшее повышение уровня жизни советских людей. Плечом к плечу с советским народом идут трудящиеся братских социалистических государств. Они добились новых крупных успехов в своем развитии. Все сильнее и глубже становится влияние стран социалистического содружества на ход мировых событий. Центральный комитет нашей партии, советское правительство настойчиво и последовательно претворяет в жизнь разработанную 25-м съездом КПСС программу дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народов. Благодаря усилиям Советского Союза, других социалистических стран, прогрессивной общественности всего мира создаются новые благоприятные условия для развития процесса разрядки международной напряженности и сотрудничества между государствами с различным общественным строем в экономической, научно-технической и культурной областях. Вместе с тем, нельзя не видеть, что успехи разрядки вызывают упорные противодействия агрессивных империалистических кругов. Игнорируя волю народов и суверенные права государств, они стремятся сдержать поступательное развитие мирового революционного процесса, раздувают военные бюджеты, продолжают свои опасные провокации в различных районах земного шара. Это требует еще большей сплоченности и активности всех прогрессивных сил в борьбе за надежную международную безопасность. Верные священным принципам пролетарского интернационализма, твердо отстаивая интересы социализма, дело свободы и независимости народов, советские люди бдительно следят за происками врагов мира. «Держать и впредь на высоком уровне вооруженные силы страны», говорил Леонид Ильич Брежнев, выступая на Октябрьском пленуме Центрального комитета КПСС, «чтобы у всех воинов всегда было самое современное оружие, с которым не могли бы не считаться империалисты. Таков наш долг перед народом, и мы его будем выполнять свято». С твердой уверенностью можно сегодня сказать, что благодаря заботе партии, самоотверженному труду советского народа и его воинов, оборона страны Советов является прочной во всех звеньях. Советская армия и военно-морской флот надежно стоят на защите дела революции, социализма и мира. Личный состав советских вооруженных сил, тесно сплоченный вокруг Ленинской партии, преданный своему народу, постоянно находится в высокой боевой готовности. И вместе с воинами стран социалистического содружества готов с честью выполнить свой патриотический и интернациональный долг. Да здравствует 59-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции! Да здравствует великий советский народ и его героические вооруженные силы! Слава испытанному авангарду рабочего класса и всего народа Коммунистической партии Советского Союза! Ура! Thank you.
Парад! Ира! Торжественному маршу! Побатальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо! Остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш!